Три недели назад для движения транспорта закрыли Добрынинский мост. Сначала на 10 дней, затем ограничения продлили до 19 июня. День X настал. Долго ли еще жители Брагина будут испытывать неудобства транспортного характера, узнавала Эвелина Сенгве. Ей слово. Порадовать, увы, нечем. В эту пятницу движение по Добрынинскому мосту не возобновилось. Хотя этого ждала добрая половина жителей столицы Золотого кольца. За то время, с которого мост закрыт, к устранению выявленных дефектов даже не приступали. Подрядчик ждет заключения от экспертов Московского научно-исследовательского института мостов и гидротехнических сооружений. Институт взял на сегодняшний день порядка 10 дней на обработку всех данных. Поэтому было принято решение, на 14 дней продлеваем перекрытие. Тем не менее, на остальных участках мостового сооружения работы продолжаются. По словам специалистов, он готов на 65-70%. Полностью готово мостовое полотно. Сейчас ведутся подготовительные работы к окраске. Взяты в работу полностью два съезда. По ним ведется замена опорных частей, замена мостового полотна. Полностью будут установлены новые шумозащитные экраны. А я напомню, изначально сквозной проезд по отремонтированному участку Добрынинского путепровода был открыт еще 12 мая. Но 29-го эксперты выявили критические показатели. Мост пришлось закрыть из-за серьезных дефектов в пролетном строении.